Мозг кальмара. Австралийские ученые провели МРТ-картирование мозга вот этого каракатицевидного кальмара. Они выяснили, что его мозг по сложности сопоставим с мозгом собаки. Оказалось, что головоногие моллюски, в число которых входят осьминоги, каракатицы и кальмары, имеют очень сложный мозг. Свыше 60% всех нейронных связей кальмара участвуют в зрительной и моторной функциях. По сложности своей структуры мозг кальмара оказался близок к мозгу собаки.